Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи отец Евген. Добро пожаловать на ежемесячный дайджест новостей по Free Fire. Что? Да-да, вы не ослышались. Новости по Free Fire на моем канале. И нет, это не просто новости, которые я скоммуниздил зарубежных ютуберов по всем заветам Жабеныча. А исключительно топовые новости с топовым монтажом от топового Евгена. Насчет Евгена, конечно, не уверен, но говорят, пацан, он реально топчик. Это первый пилотный выпуск, сделанный по просьбе моего очень хорошего друга. Можете мне подсказать креатив в новостном ролике? Ну что ж, Ванька, присаживайся поудобнее, сейчас я тебе покажу, как надо делать новости. Сегодня в выпуске. Новое обновление уже в игре. Возвращение Rampage. Новый режим Переполох готовится к запуску. Гарена запускает редактор карт. Новое оружие. Все о грядущих коллаборациях с McLaren и Street Fighter. Сливы новых сетов персонажей, скинов на пушки и рюкзаки. Уход с платформы одного из самых популярных ютуберов СНГ. Грандиозный спор на 150 тысяч рублей у Смайла. И первый рэп-альбом по Free Fire от скандального разоблачителя. Это и многое другое обсудим прямо сейчас. Прожимайте лайкосик и погнали смотреть. Топовые новости Free Fire. Переполох. Примерно 2 месяца назад Гарена анонсировал выход нового игрового режима «Переполох». Для тех, кто в танке и не видел десятки видеороликов с переполохом от ютуберов и вообще о данном режиме слышит впервые, поясняю. Режим играется в специальной комнате для 8 игроков, где один или двое или трое зверюшек, да, играете вы за одного из питомцев, является предателем. Их цель – незаметно убить остальных игроков. Другие, мирные игроки, должны успеть выполнить все задания на карте и остаться в живых, и параллельно узнать, кто из игроков является предателем. «Переполох» — это аналог знаменитых мобильных игр Among Us и Suspects. Дата официального запуска режима намечена на 10 июня. И на правах рекламы совсем скоро на моем канале выйдет новенький видеоролик по этому режиму. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Редактор карт. В сеть были слиты кадры, готовившиеся к выпуску редактора карт. И честно скажу, это очень крутая вещь, которая обязана вывести игру на совершенно новый уровень. Конечно, если разработчики не подведут и возможность создавать мини-карту будет у абсолютно любого игрока, а не только у ютуберов с ПК-клиентов. Ведь если эта возможность будет у всех, то мы сможем получить целую библиотеку новых карт, доступных, например, для той же самой битвы отрядов. Согласитесь, это очень круто. Для тех, кто не понимает, в чем смысл, вспомните про легендарный Counter-Strike, где на сегодняшний день насчитывается десятки тысяч карт от пользователей, на которых может играть абсолютно любой желающий. Если все будет сделано с умом, то совсем скоро в нашем любимом Free Fire мы получим песочницу, где игроки смогут создавать свои мини-шедевры для игроков со всего мира. Но все это пока что лишь мои хотелки, и что будет в итоге с этим редактором, и каковы будут его возможности, покажет лишь время. Верим и ждем. Коллаборации. В данный момент времени Free Fire анонсировал две крупные коллаборации. Первая с легендарной компанией по производству спорткаров McLaren. Вторая с одним из самых олдскульных файтингов в мире Street Fighter. Господи, сколько же у меня воспоминаний с этой игрушкой. Алды меня сейчас поймут. Коллаборация с McLaren даст игрокам возможность заполучить сразу несколько скинов на автомобиль. Естественно, они выполнены в виде марок реально существующих машин данной компании. А также новую эмоцию и довольно неплохой сет на персонажа. Он у вас сейчас на экране. Во второй коллаборации игроков ждут фирменные сеты на персонажей. А конкретно это сет Рю и Чун Ли. Для тех, кто не шарит, это имена героев, оригинальные костюмы которых будут добавлены в игру. Также сюда добавят фирменные скины на оружие. Например, вот такой вот шикарненький скинчик на АВМ. И вероятнее всего на стенку, рюкзак, до и парашют. Ну и без новеньких эмоций дела не обойдутся. Чё тут сказать? Готовим свои денежки. Новый сезон и новое оружие. Новый, уже 7-й сезон битвы отрядов, где каждый игрок сможет заполучить новенький золотой скин на дробовик М1014. Выглядит довольно прикольно. А также, отныне в данном режиме появилось звание Гранд Мастер, который лично я готов уже апать на своем стриме. Сильное заявление. Также, с новым обновлением в игру добавили новое оружие, пистолет-пулемет УЗИ. И лично я этому очень рад, потому что в других играх я довольно часто катаю с УЗИшки. Очень надеюсь, что в Free Fire эта пушка будет ничем не хуже того же самого МП5. С новым обновлением в игре произошли небольшие изменения с навыками трех персонажей, а конкретно с Эврикой, Софией и Лаурой. Что именно изменилось, вы можете увидеть на данном баннере. Возвращение Rampage. Уже все регионы анонсировали возвращение легендарного события Rampage, в рамках которого игроки смогут заполучить сразу несколько легендарных сетов на персонажей. Возвращение получило подзаголовок New Dawn, что в переводе на русский «Новый рассвет». Все сеты из данного события вы прямо сейчас видите на экранах. Пишите в комментариях, какой из них вы совершенно точно заберете для себя.
Помимо главных коллабораций, в сеть было слито огромнейшее количество других скинов. Самое топовое прямо сейчас мы с вами посмотрим. Полетный ранец. Честно, я не особый фанат данной вещи, но новый скин на нее в виде механического полыхающего огнем коня выглядит просто потрясающе. Однозначно обязан быть в коллекции любого донатера. Многочисленные скины на персонажей, которые лично по моему мнению выглядят довольно неплохо. Очень радует, что Гарена в разработке новых сетов придерживается такого уличного стиля, который очень популярен в той же самой Азии. Они уходят в разноцветную клоунаду для совсем уж маленьких детишек, как это делают, например, в папке. Не забывайте лайк. Самые топовые скины вы прямо сейчас видите на экране. Скандалы, интриги, расследования. Буквально несколько дней назад один из самых знаменитых ютуберов СНГ региона Змей выпустил довольно неоднозначный ролик под названием «Нужно попрощаться». Многие пользователи и популярные ютуберы в комментариях выразили свое негодование по этому поводу, ведь до сих пор совершенно неясно, уходит Змей или остается, последнее это его видео или нет, или и вовсе он решил повторить за отцом Евгеном, который совсем недавно, после очередного страйка от Гарены, сделал ровно то же самое. Но как вы уже все поняли, отец Евген просто всех наебал. Кстати, о рэпчик. Отец Евген анонсировал в скором времени выход своего нового рэп-альбома по Free Fire. Сколько там будет треков, не ясно, но в сеть уже успели слить один из них. Я донатер, ебанёшь, су! Отец Евген! На моем фоне жабка выглядит, словно ебучий гомик. Ищи на стоковых сайтах в разделе «Хом с животным». Там же группа «Сратые жабкоёбы». Найдешь себя хейтер! Топчик можно назвать полноценным диссом, ведь Евген в этом треке задевает своего коллегу по цеху жабку. Того самого жабку, на которого Евген выпускал масштабное и, наверное, самое скандальное во Free Fire разоблачение. Для тех, кто по какой-то причине пропустил то разоблачение, напоминаю, что оно было снято совместно с другим скандально известным ютубером Смайлом, который прямо сейчас поставил себе цель – стать топ-1 игроком мира. Получится у него это или нет, узнаем совсем скоро, а пока что можно смело назвать Смайла топ-1 игроком нашего региона, потому что прямо сейчас именно он возглавляет этот список с наибольшим количеством очков рейтинга. Да ладно! Дальше больше. Это были все самые важные новости на сегодня. С вами был отец Евген и дайджест самых топовых новостей по Free Fire. Прожимайте пальчик вверх и пишите свой комментарий, если данный формат вам пришелся по вкусу, и вы хотите увидеть второй выпуск. Только от вашего актива зависит, буду ли я делать данные ролики на постоянной основе, ведь новостей по Free Fire выходит ежедневно очень и очень много, а качественных контент-мейкеров по этой рубрике на нашем регионе попросту нет. Без обид, ребят, если что, но это мое личное мнение. Топовых ребят по новостям можно на пальцах одной руки пересчитать, поэтому буду исправлять. Красавчик! Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.